Спасибо, что согласились так быстро приехать, доктор Ярославов. Мне просто лечь и рассказывать. Вы знаете, у меня проблема. Читаю вчера комменты, говорят, косой. Я не думал, что все заметят. Вы не совсем косой же, правда? Я вам признаюсь, я просто боюсь камеры и людей. И кота этого тоже боюсь. А работать-то надо, контракт, подвал, все дела. Ну а что мне было делать? Вот и принимаю чуток для храбрости. Ну как чуток? Ну до полного косоглазия уж. Чего греха таить. Привет! Лето. Хочется чего-то освежающего. Холодного гранита, например, да? Не гранита-гранита, а гранита. Поехали. 450 грамм клубники тщательно моем. Как всегда, вырезаем пипки. Режем на четвертинки и складываем в миску. В миску добавляем 3 полные столовые ложки сахара. Маленькую щепоточку соли. По желанию можно добавить пару капель бальзамического уксуса или бальзамика. Дальше берем один апельсин. Покатаем его по столу, так лучше будет выдавливаться сок. Режем пополам. И через сито выдавливаем, чтобы не попали косточки. Мы используем именно сок. Советуем не использовать воду, даже фильтрованную. Иначе вы получите очень неприятный привкус льда. Блендеримся до однородного состояния. Берем форму, желательно побольше, тогда гранита приготовится быстрее. И выливаем нашу пюрированную смесь. Мы выливаем только половину, а в оставшуюся половину добавляем мяты. Побольше мяты. Мяты много не бывает. Еще раз заколотимся блендером. И перельем в другую форму. Обе формы отправляем в морозилку, ничем не накрываем, это важно. И оставляем там ровно на 45 минут. Спустя время достаем. Ближе к краям формы смесь начнет подмерзать. Наша задача вилкой отделить замерзший лед и перемешать его вместе со всей смесью. Ну и конечно, я пока передаю привет Саше Мазановой за отгаданный постер к этому видео. Это были зонтики. Грибы-зонтики. Если тоже хотите поиграть, заходите в нашу группу ВКонтакте. От вас ответ, от нас привет. Снова отправляем в морозилку. И повторяем процедуру каждые полчаса. Поверьте, это совсем не сложно и займет у вас буквально минуту. В конечном итоге вы получите кристаллики, с виду очень напоминающие камушки гранита. Собственно, отсюда и название десерта. Вилкой соскребаем желаемое количество и перекладываем в форму. Можно добавить сверху немножко алкоголя или любого лимонада. А можно вкушать и просто так. Итак, гранита – это сицилийский десерт. Сицилия – это в Италии. Это мы так делаем ролик информативным. Поэтому невкусно быть не может. Храните его в закрытой таре, а затем соскребайте сколько вам нужно и в отдельную формочку. И жаркий летний день вам будет просто не страшен. Увидимся. Сицилия — это ж в Италии. Вы поймите, доктор, я же не хотел, чтобы так получилось. А теперь все косой, косой. Как жить-то дальше? Не пить? Страшно. Пить? Косой. Замкнутый круг.